Улан-Удэнцев призвали с пониманием отнестись к долгому отключению горячей воды. Напомню, более 140 домов в железнодорожном районе остались без нее на долгое время с 21 июля по 1 сентября. Причина – реконструкция тепломагистрали номер 3. Очень нужен был ремонт этой тепломагистрали. И слава богу, что мы к нему приступили. Но без отключения никак нельзя. Я хочу воспользоваться сразу моментом, да, попросить прощения у жителей, да, извинения у жителей нашего города за неудобства те, которые сейчас им приходится терпеть, но ремонт нужен. Ремонт обязательно нужен. Подвод горячей воды восстановят к 1 сентября. Именно тогда завершится первый этап реконструкции теплотрассы, на которую выделили около 800 миллионов рублей. А в следующем году, после окончания отопительного сезона, начнется второй этап ремонта, который будет еще масштабнее.